Я приветствую всех моих настоящих и будущих подписчиков и сообщаю вам, что мы с вами находимся в Варне. И сегодня 12 апреля. И как вы помните, это день космонавтики. Очень приятно, что об этом помним не только мы, но и, например, хорошо помнят в Болгарии. И сегодня у них празднуют Всемирный день космонавтики. И мы сейчас с вами отправимся на это интересное событие. Итак, вперед за мной! Кстати, Болгария внесла немалый вклад в развитие нашей космической промышленности в советское время. Это прежде всего ее электронное обеспечение. Привет! Аллея космонавтов в морском парке Варны. Ну и кроме того, Болгария имеет двоих собственных космонавтов, один из которых летал в космос. Правильно? А знаете, что осталось? Впереди много-много времени. То, что при 57 години. На тази дата, днеска, но преди 57 години излетял първият човек в космоса. Това означава, че за първи път хората са успели да излетят в космоса и да се докоснат до цялата негова красота. А эта болгарская женщина сама 40 лет летала на военных самолетах и обучала этому других курсантов. Само след 40 дней, а даже некой път и за один месяц само, ние го пускаме самостоятелно да лети. Даваме его самолета. Гудит в небе. Самолеты, наверное, военные летают. И правильно, сегодня ведь день космонавтики. Ну что же, ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь на нашем канале, потому что вы и сами знаете, что найдете здесь еще очень много интересного. Всем пока!